щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ. Таке от рішення, от наче танк, а наче й не танк, чи воно зсуне з мертвої точки Шольца і таки спонукатиме його до того, щоб він ухвалив рішення про придачу саме німецьких важких танків «Леопард». От все це зараз будемо обговорювати із політологом і соціологом із Німеччини Ігорем Ейдманом. Він уже на зв'язку із 24-м. Ігор, здравствуйте, з Новим годом, з праздниками і слава Україні! Добрий день! Добрый день, героям славы, и вас тоже с праздниками. Благодарю вас. Давайте поговорим о прекрасных новостях из Франции, хотя вот степень прекрасности пытаюсь как раз оценить. Надеюсь, вы мне поможете. Франция первой решилась на передачу танков западного образца. Сейчас речь идет о легких танках АМХ-10РЦ. Как вы думаете, во-первых, почему именно Франция первой на это решилась? Потому что они легкие и вроде как нельзя возложить ответственность за эскалацию конфликта в таком случае на Францию. Я думаю, что как бы во Франции, у французского руководства, так же, как и у других руководителей европейских стран, у них как бы борются две мотивации. С одной стороны, они, конечно, хотят помочь Украине и хотят еще не меньше этого продемонстрировать, что они помогают Украине своим избирателям. А с другой стороны, они очень боятся эскалации конфликта и перерастания его в войну между Россией и НАТО и, возможно, в ядерную войну. Поэтому всякие вот такие промежуточные варианты, они популярны у европейских стран, в том числе и у Франции. То есть они передают, да, теперь как бы уже тянуть с этим просто было невозможно, потому что вопрос с танками, вопрос с бронетехникой, он стоит уже давно, и Европа много раз говорила об этом, что это вроде бы необходимо сделать, но решиться на это никак не могла. Здесь французы, как ни странно, да, хотя они занимают довольно осторожную позицию, тем не менее они перешли, что называется, этот рубеж, то есть пускай это даже не совсем как бы то, что хотелось бы Украине, да, тем не менее это все равно это техника, которую можно использовать для контрнаступления, для украинской реконкисты, и будем надеяться, что это только первая ласточка, и что вслед за Францией подтянутся и другие страны, в том числе и Германия, с леопардами. Не далее, как сегодня, представитель оппозиции в Бундестаге, христианский демократ, оппозиционной партии, она в очередной раз обратилась к правительству Шольца с настоятельным требованием наконец-то уж продать эти танки или передать их Украине. Так что я думаю, что дискуссия в Германии будет продолжаться, и закончится она все-таки, надеюсь, позитивным результатом. Ну вот сейчас состояние Шольца, это уже приперт к стенке этим французским решением или еще нет? Трудно сказать. Дело в том, что Шольц, он такой очень изворотливый политик, и его довольно сложно припереть к стенке. То есть главное, как ситуация вообще даже не столько в голове Шольца, сколько в руководстве СПД, социал-демократической партии. Решились ли они наконец на это, или все продолжает трусить и рассказывать всякие истории о том, что вот как бы чего не вышло. Здесь сказать трудно, но как мы видим, что вокруг Шольца, что называется, вокруг его партии, как внутри правящей коалиции, так и в оппозиции подавляющее большинство системных, по крайней мере, политических лидеров, они выступают за передачу леопардов Украине, начиная от партнеров по коалиции зеленых и либералов, свободных демократов, и заканчивая оппозиционной христианско-демократической партией. Против только маргинальные левые и АФД, это ультраправые. Знаете, вот это решение, о котором мы минуту назад говорили, французское, да, решение, оно, конечно, очень иронично, особенно иронично выглядит через день после вот этой пропагандистской акции со стороны рашистов, когда раненый Рогозин отправил Макрону кусочек, значит, снаряда, который его ранил, и обвинил Макрона в том, что вот это ваша натовская, ваша французская, значит, гаубица меня ранила.
Но это просто анекдот. Вообще к Рогозину всерьез никто не относится ни в России даже. Я уже не говорю про Францию. Даже в России, в общем-то, к нему всерьез никто не относится. Даже из представителей партии войны, он воспринимается как какая-то такая анекдотическая, такая цирковая личность, да, которая какие-то экстравагантные номера откалывает. Но всерьез ему ни позицию никакую сейчас не дают. И никто его всерьез, в общем-то, не воспринимает. Пригожин откровенно над ним просто издевается и угрожает ему. Игорь, а то, уже продолжая, да, это диалог о коллективности или пока отсутствие коллективности соответствующего решения, я имею в виду решение об крупной передаче, вот уже игре по-крупному, да, и передаче бронетехники западного образца Украине. Президент Джо Байден сейчас об этом заговорил, но вот в каком контексте. Говорит, в США рассматривают возможность предоставления Украине боевых машин «Брэдли». Вот, для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением. Ну и, насколько я помню, именно американского образца, вот западного образца в целом, в том числе, например, австралийские, вот сейчас первое, что вспомнилось, такие боевые машины передавались. Но вот именно американских у нас не было и пока еще нет. Вот «Брэдли» — это такая основная для Соединенных Штатов боевая машина. Ну и сам факт того, что Байден об этом вспомнил, пока это не танки, да, это пока, боевая машина, но тем не менее, пока что боевая бронированная машина «Брэдли», рассматривается возможность ее передачи, тот факт, что сейчас Байден об этом заговорил и одновременно с решением Макрона, означает ли это, что, в принципе, в США уже приняли соответствующее решение, но пока не хотят о нем говорить? Или они действительно, вот как сказали, что мы рассматриваем. Так вот они действительно по-честному и рассматривают. Мне, конечно, сложно точно судить, да, что имел в виду Байден, но в общих чертах, если судить в общем, да, не в частном в этом вопросе, безусловно, и США, и Запад понимают прекрасно, что пока идет эта кровопролитная война, эта агрессия российская, Украине надо помогать, и эту помощь надо наращивать. И, конечно, они будут наращивать эту помощь, и это все вопрос времени. И танки будут, и все эти «Брэдли» будут, и немцы потянутся. Вопрос просто времени. Это как бы два момента. Почему это все-таки так долго тянется? Во-первых, есть как бы множество технических вопросов. Например, в той же Германии оборонный сектор вообще и армия сама, она была приведена, в общем-то, в последние годы при Шрёдере, а потом при Меркеле, в общем-то, в развал и запустение. Там у них собственные там бронетранспортеры ломаются 90% на последних маневрах, там сломалось новых бронетранспортеров, не помню, как они сейчас называют. Поэтому их возможности все-таки ограничены некими техническими параметрами, техническими проблемами. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, это некая политическая осторожность, они не хотят делать вообще резкие движения. Путин, он воспринимается, как такой сумасшедший маньяк или просто змея какая-то ядовитая. Вот когда вы в комнате с ядовитой змеей, резкие движения делать опасно, потому что она может наброситься и укусить. Ее надо осторожно так, но жестко и медленно задушить. Так, подобрать палочку так как-то вот так незаметно, подкрасться, приставить горло, так ее придавить, чтобы она не успела первым укусить. И поэтому они стараются избегать резких движений и поджаривать Путина на медленном огне, чтобы к тому моменту, когда он все-таки поймет, что уже все ему крандец, что его режим просто рушится, а он скоро в тюрьму пойдет, что к этому моменту у него уже не было никаких ресурсов для того, чтобы, например, попытаться первым предпринять ядерный удар. Понимаете? Чтобы он уже к тому времени был изолирован от собственной красной кнопочки. Поэтому они стараются не делать резких движений, но тем не менее ситуация развивается, естественно, то в одном направлении. В направлении того, что помощь увеличивается и будет увеличена, и будут предоставляться все новые и новые виды вооружений. Это вопрос совершенно решенный. Когда какие-то сроки и прочее, это действительно обсуждается, обговаривается. Будем надеяться, что и по срокам решения будут тоже, которые Украину устроят. Объемом. Как вы считаете,
считаете, запрос Залужного, назовем это так, конкретный запрос о сотнях единиц бронетехники, гаубиц и танков, он будет выполнен на 100%? Дело в том, что, как я уже сказал, европейцы, прежде всего, ну и американцы в значительной степени не были готовы к этой войне, в том числе и в смысле вооружений. Вот это есть представление у некоторых наблюдателей, да, что условно в той же Германии, значит, стоят под парами это сотни этих танков «Леопард», а вот такие сволочи, жадные немцы, они зажали и не пускают эти сотни танков под парами. В действительности все это абсолютно непросто. Я думаю, не думаю, а знаю, что их совсем немного, а в свободном доступе практически нет, которые не нужно отдавать, что называется, отрывать от себя. Их нужно еще заказывать предприятиям, производить, пускать, значит, военную промышленность на полную же катушку раскрутить, чтобы она производила. То же самое с американцами. Им тоже нужно, они же тоже сейчас уже начинают не из своих запасов отдавать оружие, а размещать заказы на военные корпорации, на военные заводы. Это все требует определенного времени, и этот заказ Залужного, безусловно, западной, прежде всего, американской военной промышленности и немецкой, она, конечно, с ним справится. Но это абсолютно не дело там завтрашнего дня. Для этого потребует месяцы, если не годы. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы годы, потому что тут у нас, так сказать, вот второе наступление нет-нет да начнется, ну, по словам, опять-таки, Залужного, да? И это, в этом смысле, он, конечно, их торопит, и, я прям уверен, конечно же, что правильно делает. Игорь, еще пара вопросов, которые касаются сейчас уже не передачи техники, а скорее такой дипломатической борьбы, либо можем определить это как дипломатической возни. Вот интересно, как вы это видите. Значит, во-первых, патриарх войны Кирилл призвал внезапно к рождественскому перемирию, но при этом, наверное, назовем его так, медиатор войны Эрдоган, сказал Путину, позвонил, сказал, что призывы к миру и переговорам, ну, имея в виду, наверное, не только, конечно, сегодняшнее заявление этого Кирилла или вчерашнее, а и предыдущее, и предыдущую их соответствующую риторику. Ну, вот говорит Эрдоган Путину, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и видением справедливого решения. Вот это, конечно, как-то не очень вяжется с заявлениями двухмесячной давности Эрдогана в таком, знаете, орбановском стиле о том, что «а вот Запад накачивает Украину оружием, нехорошо». Вот почему Эрдоган сейчас так заговорил? Как вы считаете, он почувствовал кровь и стал жестить? Нет, я думаю, что он как раз все наоборот, ровно наоборот. Он пытается Путину бросить спасательный круг. Дело в том, что Эрдоган не хочет крушения путинского режима. Он не хочет и усиления путинского режима, но не хочет и крушения по простым причинам. Пока существует Путин, да, на окраинах Европы, Эрдоган сам не воспринимается европейцами как главный враг демократии, как такой terrible infant Европы. Да? То есть главный враг — это Путин. Громотвод — это Путин. Все громы и молнии Запада и Европы, они сыпятся на Путин. А Эрдоган, наоборот, может торговаться, выторговывать что-то у Путина и выторговывать что-то у Европы, какие-то привилегии в экономической сфере, политической. Поэтому ему, в общем, такая подвешенная ситуация выгодна. Но он, как бы, будучи, в отличие от Путина, человеком трезвомыслящим, он видит, что Путин эту войну проигрывает. И что и путинский режим, он вслед за русским кораблем стремительно идет на рифы, в общем, так мягко скажем. И поэтому он пытается бросить Путину такой спасательный круг. Вот смотрите, вы объявляете в одностороннем порядке перемирие, дальше мы, Турция, и будем как бы давить на Украину, и Запад привлечем, западные страны, чтобы они тоже присоединились к этому перемирию. Тогда Украина появляется, получается, только хочет войны, ну, mm-hmm. с точки зрения обывателя западного. У России типа уже закончила войну, перемирие, значит, Украина тоже должна. И таким образом Эрдоган рассчитывает, что ему удастся подвинуть Запад, чтобы они начали и на Украину давить с тем, чтобы было объявлено перемирие.
А это перемирие было бы крайне выгодно Путину, потому что оно бы остановило украинскую реконкисту, остановило бы вот это крушение путинского режима, движение его к поражению, к разгрому в этой войне. Поэтому Путин пытался бросить такой спасательный круг, но, в общем-то, к счастью, скажем так, Путин абсолютно, в отличие от Эрдогана, человек абсолютно неадекватный, и он этот спасательный круг, эту протянутую руку, утопающему протянутую руку, он этот утопающий Путин отверг. И все эти махинации Эрдогана, они с этим перемирием, они провалили. Ну, пока, по крайней мере. А вот Эрдоган еще должен в ближайшее время и с Зеленским пообщаться, во всяком случае, анонсировал такой разговор. Как вы думаете, о чем его он будет просить или, может быть, убеждать? Я думаю, что тоже все в рамках вот этого достижения перемирия. Потому что, как я уже сказал, Эрдогану нужно спасти путинский режим, а спасти путинский режим может только остановка войны. Больше ничего. Потому что эта война стратегическая, он эту войну проигрывает. Начиная с сентября, понятно, успехов никаких нет, одни поражения, ситуация в армии аховая, значит, множество информации просачивается в России от этих мобиков, что там армия практически не вооружена, что там их даже и не кормят. То есть полный бардак и так далее. И мы видим последствия этого бардака. Это фактически украинские операции по массовому уничтожению путинской армии в Украине. Вот, в том числе известная история под Новый год. Так что все, в этой ситуации его могло спасти только перемирие. И Эрдоган сейчас всячески пытается этого добиться. Я думаю, что Эрдоган подключил и Романа Абрамовича к этому, потому что у него это как бы такой тоже медиатор между Эрдоганом и Путиным. Так что я думаю, что они сейчас будут давить на обе стороны, но опять-таки все это упирается, эта схема, в том числе и на полную неадекватность Путина, который не понимает, что он проигрывает войну, у него все какие-то наполеоновские бредни в голове, он хочет чуть ли не там еще в наступление идти и так далее, и так далее. Тем самым приближает свой разгром, собственно. Пускай приближает дальше, но, конечно, хотелось бы, чтобы с минимальными сопутствующими жертвами совершенно невиновных людей. Вот. А так мы, конечно, очень сильно всеми руками за крушение. Спасибо вам за аналитику, спасибо за включение. Політолог и социолог з Німеччини Ігор Ейдман долучався до прямого ефіру на 24-му.